С гастролями в Полярный навидался театр Северного флота. Что еще, помимо вековой истории, связывает мурманскую труппу с Александровском, узнаем от наших коллег из ЗАТО. Дуримар из сказки «Золотой ключик» – персонаж скорее отрицательный. Но артист театра Северного флота Михаил Романенко уверен, герой просто увлечен навязчивой идеей. Я очень, конечно, злой, противный, но на самом деле у него просто очень большая мечта, поэтому он так себя странно ведет. Он одержим своей мечтой править в болоте. Театр Северного флота и Полярный связаны общей историей. Оттого гастроли труппы не обходятся без посещения города воинской славы. На этот раз актеры привезли детский спектакль по мотивам известной сказки Буратино. Кот Базилио, вернее, актер его играющий, александровцам известен. Алексей Башкиров долгие годы работал в ЗАТО «Александровск» и был артистом местного театра «Апельсин». В Театре Северного флота замечательный коллектив, который нас, молодых актеров, принял сразу. Вот, и с ними очень легко работается. Они идут навстречу, помогают, как молодому актеру, что-то подсказывают, что-то показывают, можно что-то взять от них, и это очень хорошо. То есть я не чувствовал дискомфорта, придя в этот театр, и я очень благодарен этим людям за то, что они меня приняли. Алексей признается, всегда волнительно играть для знакомых и друзей. Примут ли зрители новые амплуа? Удастся ли передать характер героя? Мысли, от которых помогут избавиться, поддержка и добрые улыбки. Театр, мне кажется, в принципе, где бы это ни было, то есть в театре Северного флота, у нас ли в нашем драматическом театре «Апельсин», это семья. И Леша – это уже член моей семьи, это друг, это моя любовь. И, конечно, погордиться приехать, посмотреть, полюбоваться, порадоваться за него, обнять его. Вот. И сделать себе такой подарок в день рождения, посмотреть на своего воспитанника. Детским спектаклем театр Северного флота подвел черту под ушедшим годом театра. Впереди новые постановки и гастрольные туры по гарнизонам области.